Алло. Кейт? Дэн, я так рада тебя слышать. Как ты там, детка? Как доехала? До гостиницы добралась уже? Добралась отвратительно. Долго ехала, потом под дождем промокла. Но теперь все в порядке, особенно когда ты... Ну как, все идет по плану? Да, ну, то есть не совсем. Я как-то не так все себе представляла. Знаешь, тут все настолько другое. Кстати, я отпросился на завтра на середину дня. Встречу тебя в аэропорту. Надеюсь, рейс из Парижа не отложат. Гольдберги нас ждут к 8. Надеюсь, ты успеешь привести себя в порядок, малыш. Дэн, боюсь, это не слишком хорошая идея. Не беспокойся, ты будешь прекрасна, как всегда. Ты и так отлично выглядишь. Тебе даже наряжаться особо не нужно. Дэн, понимаешь, мне нужно здесь остаться подольше. Тут возникли некоторые сложности, понимаешь? Эй, солнышко, о чем ты? Это же просто дурацкая фабрика игрушек. Дела идут не так гладко, как я думала. Мне придется задержаться. Дэн, ты ведь не сердишься? Кэти, ты же меня без ножа режешь. Мне нужно подписать с Гольдбергами контракт. Там миллионы на кону, понимаешь? Я понимаю, извини, пожалуйста. Иди без меня, ладно? Не волнуйся, я вернусь, как только смогу. Обещаю. Я должна бежать. Я тебе перезвоню. Целую, милый. Если эта штука вообще работает, в ней явно чего-то не хватает. Если эта штука вообще работает, в ней явно чего-то не хватает. Дверь заперта, но мне нужно туда попасть. Мне нужен ключ. Дверь заперта, но мне нужен... Доброе утро! Какой у вас чудесный сад! Ох, лучше не говорите! С тех пор, как сломался мой садовник, тут повсюду сплошные сорняки! Вы себе не представляете, сколько сил на них уходит! Я уже забыла, когда в последний раз спину, ой, разгибала! Да, не привыкли мы тут обходиться без наших автоматов. Правда, теперь, говорят, всем придется привыкать.
бесполезно, за. Thank you.
мамонт. Нарисуй, Момо. Мамонт. Момо, это ты? Господи, ты напугал меня. Что ты тут делаешь, дружок? Момо нужен мамонт, как на картинке у Ганс. Извини, у меня нет с собой картинки с мамонтом. Бери бумага, бери карандаш, рисуй мамонт для Момо. А ты так просто не сдаешься, верно? Ты ведь меня помнишь, правда? Я Кейт. Нарисуй мамонт для Момо, пожалуйста. Ты, наверное, думаешь, я плохо себя веду. Лезу тут всюду без спроса. Понимаешь, у меня работа такая, приходится иногда обходиться без приглашения. Но ты не обращай на меня внимания. Делай, что собирался. Все в порядке. Анна добрый, никогда не сердится. Это точно. Она не будет сердиться. Ты славный мальчик, Момо, но я не умею рисовать, а тем более мамонтов. Рисовать мамонт просто. Ганс рисовал мамонт, Анна. А что, если я нарисую тебе, ну, скажем, ящик? Нет. Господи, ну до чего же ты упрямый мальчик? Я тут кое-что ищу, сама совсем не понимаю, что. Что-нибудь, что подсказало бы мне, где найти Ганса. Ты мне не поможешь? Сначала нарисуй. А если я тебе помогу, ты мне... Кейт хорошая. Кейт, нарисуй маму. У тебя есть секрет. Сначала нарисуй. Ты не знаешь, Анна с Гансом бывали здесь? Мамо. А что же будет с тобой теперь, когда Анну... Момо теперь большой. Они говорят... Ну, насколько я смогла понять, ты, пожалуй, действительно можешь о себе позаботиться. Это, наверное, здорово жить в городе полном автоматов. Автоматы делает Ганс. Сложная работа. Скажи, Момо, а ты приходил сюда с Анной? Угу. Анна любит... Маму, мне пора. Момо, я хочу тебя кое о чем спросить. Момо, ты славный мальчик, Момо, но я не умею рисовать. Рисовать? Не. Господи. Момо, мне пора. Мы... Спасибо. Момо рад. Теперь иди за Момо. Thank you.
дверь... Такую лодку и бросили, теперь она прогнила насквозь. Ничего себе небольшая прогулочка. Правда, здесь ведь прям неплохо. Спасибо тебе, маму. Момо здесь часто ходи. Момо нравится делать брызги. Зачем ты меня сюда привел? Кукла-мамонт в пещера. Анна говорит, кукла, очень нужен Ганс. Пещера? Какая пещера? Где? Момо не врушка. Зачем купишь? Маму, мне пора. Мне туда не поп... Похоже, сломано. Маму, я хочу тебя... Маму, ты мне не поможешь? Что? Помоги мне открыть шлюз. Угу. Момо сильный.
Одно из весел можно использовать как рычаг. Но как... Фу, это весло все грязное и мокрое. Маму, я хочу тебя... Маму? Я подтащила весло поближе. Пожалуйста, будь... Маму, за... Маму. Мам. Ты мне не... Что? Помоги мне... Маму. Мамо, очень сильный. Спасибо, маму. Алло. Кейт, это ты? Да, ты думала, кто? Я тебя сразу не узнала. Телефон голос искажает. Ну, давай, выкладывай. Как там Европа? Везет же некоторым. Меня в такие командировки ни разу не отправляли. Ну, пока что из всей Европы я видела только этот городок. И не скажу, что была в восторге, так что не завидуй. Дело осложнилось. Тут наследник вдруг объявился, и я его ищу. Знаю, я говорила с ним. А она видела Джосс, а Джосс утром пила кофе с большим боссом. Он недоволен, похоже. Завтра придут ребята из игрушек, и когда Мартин им скажет, что контракт до сих пор не подписан, знаешь, тебе повезло, что ты будешь по ту сторону океана, когда разразится эта буря. Ясно. Ладно, как у тебя дела? Что там на работе? Мы проиграли дело ферм алюминия. Я над ним полгода билась. Да, я помню.
Ну, а в качестве утешения я отправилась за шмотками. Блумингдейли вчера распродажа началась. Счастливая. Там была такая давка, я чуть с ума не сошла. Помнишь ту синюю кофточку, что мы с тобой видели? Я ее... Не знаю. 200... 140. Возвращай. Если бы я могла, слушай, мне тут идти надо. Перезвони мне, ладно? Мне нужна подробная хроника... Ладно, пока. Смотри там у... Сама. Непременно.